Ми з вами знаходимося на одному з безкоштовних пляжів в Отраді. Позаду мене гори сміття. Відвідувачі пляжу кажуть, що тут знаходилась база для серфінгу, яку демонтували близько місяця тому, а сміття так і не прибрали. В прошлом году ребята, я так понимаю, наверное, взяли в аренду и отстроили здесь какие-то там технические помещения, содержали здесь виндсерфинги и обучали детей, обучали взрослых кататься на досках. Весной за одну неделю вот превратили вот в этот хлам, и с весны никто ничего не вывозит. Вообще вот там хороший был арендатор, он открывал зонтики и он нам давал возможность там отдыхать бесплатно. Вот, мы не имели претензий. Но потом вдруг в один прекрасный день вот разломали вот эти все навесы. И вот этот весь мусор. Разломали недавно, новый хозяин, который выставляет топчаны после 11, мусор не убирает. Потому что ему нужны деньги, а мусор его не интересует на сегодня. Все. А тут посмотрите, бардак. Посмотрите, в каких грязь, мусор. Вы знаете, это просто стыдно. Коментувати цю ситуацію директор пляжу відмовилась. Не треба міняти, от, я вже писав. Так. Нерадивые предприниматели вместо того, чтобы заключить договор на большее количество контейнеров для вывоза твердых бытовых отходов, сделали такое, знаете, как говорят в Одессе, шаг навстречу себе, но спиной к одесситам. Они заключают договор на один контейнер, а мусора у них получается на 5 контейнеров. Его нужно куда-то складировать, они, мягко говоря, переносят это на ту территорию, за которую они не отвечают. Если это городская территория, пляж муниципальный, ну все, будут говорить, что это город. Мы тоже будем выезжать туда вот таким расширенным составом. Опять же, мы переговорим с предпринимателями. Если они не увидят в наших словах конструктив, тогда мы точно так же будем ставить жесткий вопрос о том, что они не должны быть арендаторами этой территории. Олена Логінова, Сергій Коняхін. Факти.